Всем привет, Муравдеев. Продолжаем разговор о тех приманках, на которые мы ловим. Сегодня поговорим о тонущей приманке. Rapala Countdown. Когда я впервые забрасываю ее в воду, я считаю про себя. Раз, два, три. Теперь вы знаете, на какой цифре приманка достигает дна. И при последующих забросах, используя обратный отсчет, вы уже сможете контролировать рабочую глубину приманки. Я только что забросил приманку на глубину и сейчас ловлю на countdown от Rapala. Как это работает? Забрасывайте приманку и делайте один поворот в секунду. Также вы можете поймать неподвижную рыбу, даже если она залегла или прячется в водоросли. Countdown – отличная приманка на любой случай. Первые приманки были поверхностными и фактически родились из поплывков. Но рыболовам важно покорять разные глубины и горизонты, а до них трудно добраться, согласитесь. И поэтому Countdown, или как ее называют CD, стал просто незаменим. Это просто замечательная приманка. Используете ли вы контрастные приманки в мутной воде или применяете красивые естественные приманки в чистой, Countdown от Rapala справится со всем. Вы доберетесь до неподвижной рыбы или хищника, который прячется у самого дна. Неважно, ловите ли вы троллингом или заброс, вы можете контролировать, куда именно пойдет эта приманка. Привяжите ее своим любимым узлом, сделайте заброс и просто вытягивайте рыбу. Используйте прямую проводку или твичинг, или анимируйте приманку так, как вам больше нравится. Все варианты подойдут для countdown. Countdown – одна из самых распространенных приманок, которые когда-либо вы использовали. Всем пока!